Вообще-то вот акула плывет, а вот наш дом. Мама! Господи! Боже! Мама! Эй! А ничего, что я... Подойди ближе! Всем привет, я Элли Дин, и мы всей семьей первый раз летим на Мальдивы. Будем снимать все, что с нами происходит. Подписывайся на канал и полетели! Как только мы взлетели, начался какой-то трэш с самолетом. Был странный звук, гул, очень сильная вибрация. Блин, я очень боюсь летать, а тут еще и такое началось. Перелет был очень тяжелый, он был долгий. Это практически там 9,5 часов получается. Мы летели с ребенком, Спартаком, которому тогда было 1,7 года. То есть он был еще совсем маленький, суетливый. Для него, конечно, было очень много нового, им было все интересно. Кстати, мы летели в комфорт-классе. Это и не эконом, и не бизнес, что-то среднее. У меня на канале есть обзор про комфорт-класс. Я уж не буду в этом видео вам все показывать. Когда мы стали уже подлетать к Мальдивам, и я увидела этот вид из окна, я обалдела. Вот это то, что, наверное, ты мечтаешь увидеть с окна самолета на подлете к Мальдивам. Это куча маленьких островков посреди океана. Ты видишь вокруг каждого острова такую светлую полоску воды, понимая, как там мелко и классно. И этих островов столько много, это что-то. Острова на Мальдивах, отели, которые там находятся, отличаются по своей, так скажем, крутости тем, занимает ли отель целый остров или несколько отелей делят один остров. И самое прикольное, это когда ты живешь в отеле, и это весь как бы остров, как отдельный кусочек рая. Это называется резорт, и ты как бы находишься в таком отдельном существующем месте. Мы уже в аэропорту, и нас уже куда-то ведут. Когда мы прилетели на основной остров Мале, нас сразу встретил человек, подхватил наши вещи, девушка, и понесла это все на порт, как бы к выходу к морю, где нас ждала скоростная лодка. Эта лодка должна была отвезти нас на наш резорт. Спартака сразу укачало, потому что мы просто прыгали на волнах, он просто вырубился. Обычно до своего отеля добираются либо на маленьком самолете дальше, либо на скоростной лодке. До нашего отеля нас повезли на скоростной лодке, типа спидбот называется. Это мы не выбирали, это как бы предоставляет сам отель. Но, честно сказать, мы не знали, сколько по времени будет длиться эта поездка. И когда мы непосредственно сели, мы, кстати, были одни в этой лодке, это было очень странно так, я подумала, что, ну, наверное, это будет минут 10. И поначалу, вот, когда мы разогнались, было очень весело, потому что был очень сильный ветер, мы реально ехали, наверное, со скоростью 50-60 километров в час. Это было просто жесть, открытая лодка. Очень шумный мотор, было 3 человека персонала на борту, и мы, и все. Я ждала, ну, думаю, минут через 10 мы уже будем там, все было здорово. Но в какой-то момент, через, наверное, 15, 20, 25 минут, я поняла, что, блин, мы проезжаем мимо островов, отелей и едем все дальше и дальше, и дальше, и дальше. Куда еще дальше, думали мы, и мы не понимали, сколько еще нам предстоит подпрыгивать на этой лодке. Вся эта наша поездка до острова длилась, ну, где-то минут 45. Честно сказать, мне показалось это даже дольше, потому что под конец мы уже даже устали скакать на этой лодке. И когда мы поняли, что лодка сбавила обороты, и мы приближались к острову, я очень сильно обрадовалась. И вода поменяла сразу свой цвет с темно-синий на невероятно лазурный, голубой, бирюзовый, просто, ну, уникальный цвет, который ты, наверное, запоминаешь на всю жизнь. Но, конечно, впечатления были завораживающие от того, что мы видели, потому что это была невероятного цвета вода, такой, наверное, никогда не забудешь.
и очень много живности вокруг. Мы видели проплывающих каких-то то ли акул, то ли скатов. Там точно кто-то был, но было сложно определить, потому что мы очень быстро проезжали, пролетали, можно сказать. Когда мы высадились, нас сразу встретил человек, который начал по пути до регистрации на этом резорте показывать нам остров, что-то рассказывать. Bible to everything. Честно сказать, даже не помню, что он там рассказывал, потому что настолько я была впечатлена этим видом, как, блин, классно. Так хотелось купаться, на самом деле. Мне хотелось все бросить и просто идти купаться. Везде был песок. Вот от самого начала острова до самого конца там везде только песок. Белейший, который они еще грабельками расправляют, чистят от какого-то мусора, наверное, я не знаю, расправляют грабельками. Это было очень странно. Мы сразу натоптали, короче, все, что сделал этот мужик. Мы пройдем здесь, извините. Да, проходите, пожалуйста. Обратите внимание, Кирилл несет Спартака на руках, а я пру коляску. Вы спросите, почему бы не посадить ребенка на коляску? А потому что по песку коляска вообще не ездит. И для нас это было, на самом деле, какое-то непродуманное удивление. Мы действительно не подумали о том, что мы не сможем там ребенка перемещать на коляске, и нам все время приходилось таскать его на руках. Ну, он, короче, очень устал. Он бы ногами, конечно, пошел, но мы были уже очень уставшие после длинного перелета. Песок белейший. Вот реально белый песок мелкий-мелкий, такой мягкий, как снежок. Затем нас привели на стойку регистрации, которая выглядела просто как открытая беседка, что ли. Выдали нам освежающие полотенца. Thank you. Thank you. Дальше пошла уже регистрация непосредственно. Нам дали какую-то зеленую айваску. Yeah. Нам сказали это выпить залпом. Дальше мы ничего не помним. Нас повели к нашему бунгало-домику. Мы, как всегда, обзор отеля сделаем одним из последних видео с нашей серии путешествий на Мальдивы, когда уже все изучим на этом острове, покажем весь остров от начала до конца, прям по всему острову пройдемся, по всему отелю, будет все понятно. Птица, которая сразу к нам прискакала, я не знаю, назовем ее цаплей. Офигеть, смотри, как... Кушай, у нее там птенцы! То ли аист, то ли цапля. Но, видимо, она какой-то рыбой питается, не знаю. Она очень была приставучей, совсем не боялась нас. И клюв у нее такой огромный, что, честно сказать, к ней особо близко не хотелось подходить. Птичка хочет кушать. Рыбка? Пошла, конечно. Первое, что мы сделали, бросив все наши вещи просто как есть, это пошли мочить ножки и поняли, что там столько много крабиков, что это так все хотелось показать Спарташе, так самим все это посмотреть. Мы дойдем до крабика. А это уже вот такая небольшая территория рядом с нашим бунгало. Бунгало — это типа домика на берегу, такой одноэтажный, типа заходишь и сразу кровать. Вот такого формата. Бунгало — это вообще такой специфический вид размещения в отеле. Мы обязательно снимем отдельный рум-тур по бунгало, что это вообще такое, какие у него есть особенности. Это было очень странно. И тут вот момент, когда мы только первый раз вышли, началась какая-то дикая дичь. Мы услышали какой-то громкий звук. Спартаж, не надо туда ходить. Увидели какого-то мужика, идущего с какой-то штукой в руках, которая жутко дымила, издавала странные звуки. Мамочки, мама! Мужик нам начал показывать нам руками, чтобы мы зашли в домик. Саш, не будет нас травить. Мы вообще ничего не подумали, а вдруг это змея какая-то. Я честно подумала, что приползла змея, сейчас кого-то ловить будут. И мы, короче, ушли в домик, еле успели затащить коляску, ну, даже не подумая о том, что будет дальше. Тут началось самое интересное. Нас обволокли каким-то дымом, обкурили просто дымом. Айваска продолжалась. Что это, Кирилл? Это сюда попадает. Что это? И этот дым начал просачиваться сквозь щели наших вот этих вот дверей, заполоняя всю нашу комнату. Вонище стояло просто несусветно. Это было какой-то такой непонятный запах химозы, бензина, вперемешку с какой-то жженой, я не знаю, чем. Что это было? Ты можешь мне сказать хоть что-то? Мы не знали, куда деться от этого запаха. Мы сначала не поняли, что вообще это такое. Подумайте, вот представьте, вам задачка. Что это было? 3, 2, 1. Это была борьба с насекомыми. Насекомые — это мы. Что это такое? И тут, в этот же момент, вот прямо в этот же момент, я снимаю морюшко. Черт возьми, я вижу треугольник. Что за херня? Треугольник в воде. Кирилл, акула! Акула, блин!
тут акула! Это явно не кто-то снорклингом занимается и угорает, типа так, да? Я поняла сразу, что эта акула все бросила и побежала с камерой прямо к ней. Она заплыла сюда на мелководье, видно, чтобы поохотиться за мелкой рыбой. И, конечно, какая мне самая главная идея пришла в голову? Ну, наверное, подойти к ней максимально близко и ногами прям зайти. Простите, а я вам не мешаю? А я могу пойти покупаться? Вообще-то вот акула плывет, а вот наш дом. А вот плывет акула, а мы сегодня здесь ножки мочили. Но они не кусаются. Как не кусаются? Мы это добрые. Как? Мне сейчас туда надо пойти? Проверить? Да, добрый детектор. Офигеть! Если он добрый, значит я могу к ней пойти, да? Она да. Просто от меня уплывет. Надо играть немножко. Может быть, и нам говорили, что нельзя купаться после 5 часов? Акула, она подплыла к берегу, смотрите. Сволочь, она нас увидала. Я сейчас прям к ней, ребят! Она умерла от меня! Я такого никогда не видела! А вот прям вот эта вот плавучая акула. Мама! Господи! Боже! Мама! Это рифовая акула? Эй! Эй! А ничего, что я... Ты что, блин, издеваешься? Кирилл, сдохну здесь на Мальдивах. Не, она от меня это... Вторая сзади, беги. Да, ты что, дурак? Я тапки потеряла. Зачем так пугаешь? Ты заходи, если что. Всем привет, я Элиди. И сейчас мы знаете, что с вами сделаем? Мы пешком пойдем отсюда вот на тот остров. Он как те люди. И как он те тоже. Это все, это Иисус. Иду по воде. Если меня здесь не укусит акула, потому что их здесь много. Вот рыбки, вот они. Стоим, не двигаемся. Пожалуйста, скат. Вот буквально минуту назад я здесь шла вброд, купалась. Видите, это же купальник. А ну-ка, подойдем к нему поближе. Сильно не буду близко. А он туда хочет за буёк купить. Он знает, что тут нельзя. Давайте крупненько. Ой, красота какая! Я наконец-то видела ската. Это скаты, акулы, все, они сейчас выходят. Итак, идем купаться. Спартаж почему-то не хочет, а я знаю почему. Потому что только что здесь проплывал скат. Я бы на его месте тоже не очень-то хотела. Так, надо покупаться, Спарташенька. Давай я с ним встаю. Какая-то потерянная клешня огромная валяется. Акуленок тук-тук-тук-тук. Он был вот здесь, первый раз, когда я его видела. Я скажу вам, где скат. Вот, вот. Видите вот это вот черное пятно? Это скат. Или акула? Не, это скат. Потому что акула, она быстро перемещалась. Это скат. Мне кажется, начал опять от нас уплывать, потому что я ору как потерпевшая. Ой, не надо Спарташ ей тянуть, она тебе вместе с пальцем откусит. Мы сидим обедаем. Да. И Людмила здесь, в общем, ворует у нас еду. Точнее, ну что значит ворует? Мы ее покармливаем. Людмила, это моя просто так. Дрессируем. Дрессируем. Хоп. В общем, вот такая птичка. Ростом невеличка. Фига себе невеличка. Она выше Спарты.
обзор кухни, как нас кормили. Я расскажу в том самом видео с обзором всего острова, всего отеля, так что ждите. Вот сколько я, значит, сидела и ела, вот смотрите, все мои вещи. Вот там вещи, ну теперь смотрите. Вон видите вот этих двух? Вот эти вот, так сказать, сучки. Вот смотри, что она делает, смотри, что она делает. Зараза, не трогай купальник, Спарташа! Зачем он тебе? Зачем это вам? Выходи отсюда. Нет, там мой айфон. Уходите, пожалуйста, до свидания. Так, что тебе надо? Чего вам надо? Что ты хочешь? Не ходи по спортивным трусам! Паразитку какую. Глянь на них, а? Вот, блин, сучки-подружки какие. Ну, засранки. Бессовестные. Ну, ладно тебе так бояться-то. Драпу давать. Sometimes I don't know where to go. Oh, he's my sunshine and my headache. But I keep coming back for more. Scary to admit that I'm falling for you. By looking in your eyes. And there is nothing that I wouldn't do. I keep trying to break through. Cause he got me so high. Just watching him time flies. Make up to when they tie. I can't get nothing. Yeah, he got me so high. Just watching him time flies. Make up to when they tie. I can't get nothing. Привет, попугайчик. Привет. Нравится попугайчик? Хорошенький. Эй, тут попугайчик прилетел. Попугай прилетел. Oh, damn. I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Он тебе пятку сейчас. Oh, man. I think I might be going crazy. So I really, really want is to be with you. Ставьте лайки. Эля приручила попугая. Даже дикие животные любят Эллиди. Подписка, колокольчик, если вы этого еще не сделали. Мама! Сделайте это прямо сейчас. Значит так, сейчас мы с вами будем купаться. Но у нас сейчас жуткий отлив. Видите, он все сухой. Я даже не знаю, как тут покупаться-то нормально. Сейчас узнаете, каково это. На данный момент вот отлив настолько большой, что... Чтобы вы понимали, прилив вот здесь, новолуние как-то влияет. Фиг его знает, короче, все очень сложно, ребят. Я вообще не понимаю. Вот здесь обычная вода. Пойдем сюда, где песочек белый, хотя бы, может, там могу немножко покупаться. Сейчас я поставлю камеру, вы посмотрите, как я буду купаться. Блин, здесь очень мелко, здесь я даже не знаю, как купаться. Смешно. Просто смешно, ребят. Я поставила камеру и решила вам прямо на себе показать, каково это купаться на Мальдивах, именно на том резорте, на котором мы были. Я не знаю, как на других островах, в других отелях, честно сказать, даже не представляю, но во всех местах на этом острове, в которых мы пытались поплавать, была примерно одна и та же ситуация. Купаться можно было, ну, примерно сидя на попе, можно так сказать. Вообще, очень, конечно, приливы-отливы здесь видны, поэтому если ты еще и в отлив заходишь, то это просто ну, нереально искупаться, это просто надо тебе лежа лечь пузом, чтобы хоть тебе немножко обдало водичкой. В прилив еще куда ни шло, но это опять же все глубина по колено. Ребят, я клянусь, глубина по колено. И такая глубина сохраняется вплоть до ближайших островов. То есть ты можешь пешком пройти, как Иисус Христос, по воде до соседнего острова. Я вам отвечаю, как в том самом фильме с бриллиантовой рукой. Вы можете дойти вброд до соседнего острова. Это не так-то близко. Главное не наступить на ската, чтобы вас еще не тронула рифовая акула, если она вообще будет рифовая. Потому что живности там реально много. Ты просто идешь и видишь впереди себя метров в двух большое черное пятно, которое плывет такое типа мимо тебя. Конечно, это немножко жутковато. А еще если ты перестаешь в этой воде стоять, двигаться, ты просто стоишь, тебя мгновенно облепляют рыбы самые разные, то маленькие,
маленькие, то с ладонь, то с две ладони, то по локоть вот такого размера, которые к тебе пристают. Вот как только ты перестаешь двигаться и замираешь буквально на минутку. Ну что, садимся, короче, прям вот садимся на попу, чтобы у тебя хотя бы водичка до шеи была, ребятки. Но она до шеи так и не случилась на самом деле. Поэтому можно изловчиться и просто лечь звездочкой на воду, например. Так тоже можно сделать. Как вариант. Вода такая достаточно соленая, но, честно вам скажу, не прям ядрено соленая. Средней солености вода, которая хорошо держит тебя на поверхности. Поплавав звездочкой, отправляемся дальше. Внимание, как выглядит наш стол? Поевший стол. Вот сними, как сидит за столом ребенок. Как сидит за столом ребенок? Ну, как бы вот такой нам детский стул. Он деревянный, а без ограждений, без всего. И Спартаж на нем вообще не любит сидеть. Он не спортзал. Ну-ка, садись. Садись, зайка. Вот так вот и живем. Кирилл, ну упадет же. Попробуем приманить акулу. Пока приманилась только маленькая рыбка. Когда мы пришли в ресторан, у нас было, кстати, трехразовое питание. Все включено, ну, типа как шведский стол. Ходишь, набираешь все что угодно. Ресторан стоял прямо на воде. Постоянно к ресторану приплывали акулы. Я все пыталась их заснять. Да, они были, может быть, небольшие какие-то, но они подплывали. На территории отеля есть, скажем так, бар или, ну, что-то типа того, где организовывают вечера, ну, практически каждый вечер какие-то творческие выступления происходили, что-то такое, развлекухи, короче. Все эти 7 дней, что мы там были, мы жили на воздухе, ели на воздухе. Все происходило такое ощущение под открытым воздухом всегда. И ходили по песку. Кстати, в баре этом, то есть там за дополнительную плату, то можно было взять кофе, еще что-то. Было все жутчайше дорого. Ну, то есть, типа, чашечка кофе сколько стоила, Кирилл? Типа, $10, понимаете? Ну, то есть, это такая маленькая чашечка. Не то, что там, типа, стакан. Специально для Спартака пели песню Baby Shark, YouTube, ду-ду-ду. Ну, Спартак, конечно, был еще тогда реально маленький, ребята. Он еще тогда не разговаривал, не умел разговаривать, только учился. Он был реально малышом. Конечно, удивлялись тому, что Спартаж такой типа светленький, голубоглазый мальчик. Все хотели с ним фотографироваться. Один даже мужчина попросил сфоткаться, по-моему, работник отеля. И потом показывал нам, смотрите, сколько комментариев пишут о том, какой красивый беленький мальчик. Местные жители все прям очень темнокожие, они прям очень хотят с тобой пофотографироваться. В этом отеле отмечали свадьбу. Вечером это происходило так. На берегу у них там был шатер, музыка, диджей, ну, какие-то гости, естественно, жених, невеста. Это видео, оно скорее такое о нашем первом дне, первых впечатлениях об поездке на Мальдивы. А в следующих роликах начнется непосредственно то, что с нами происходило тогда. Началась жесть, не все так оказалось малиново-розово. Поэтому до встречи в следующих видео. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока!